Я бы хотела, чтобы у меня вместо Сони этой была Сони вот эта. Тогда бы я смогла снимать Рушко Шоу. Где тут свет? О, вот тут свет. В общем, всем привет. Мы сегодня приехали в телестудию, где будут снимать ретро-синт-вейв рок-звезду витебской сцены. Здравствуйте, Кирилл. Как ваши дела? Хорошо. Что вы будете делать сегодня? Заниматься. Ну, давай тоже шутку какую-нибудь смешную. Со своим... Смешно? Да. Заниматься со своим другом сексом. Мне это было очевидно. Короче, я вам получше расскажу. Тут такие здоровенные камеры от Sony. Вот. И свет красивый. И я вам сейчас сниму всех. Вот тут все это происходит. Такое красивенько. Тут вот Кирюшина станция. Мой MacBook. Вот, это Кирилл за мной начал ходить. Я ему сделала причесочку красивую. Вот, не вылазит из кадра. Вот. Давно я в ложке не снимала. Короче, суфлер. Я так поняла. Это такие большие суфлеры. И там еще один стоит суфлер. И сейчас Кирюша начнет. Здравствуйте. Смотрел батл с гнойным Оксимироном. Вау! Сериал стал брутальным. Сериал стал брутальным. А моей маме, между прочим, нравилось. Я бы хотела, чтобы у меня вместо Сони этой была Сони вот эта. Тогда бы я смогла снимать Рушко Шоу. И я бы выпускала их каждую неделю. А вообще Кирилл, друг Кирилла, хочет вам рассказать историю. Подожди, я подойду. Ты уверен, что я хочу рассказать историю? Расскажи историю. Какую историю рассказать? Ты смотри сюда. Я спрашиваю, какую историю тебе рассказать? Как ты дожился до того, чтобы с Кириллом ходить на телевидение? Это было очень... Мы любим анальные сраки. Ну, все рассказал, все, я не могу. Ты любишь анальные сраки? Ладно. Нет, тебя слишком много в моем влоге. Влог мой, так что вот так вот. Нет, вот так вот. Ну, блин. О май гад. Такой пиздец эти влоги. Вот зачем? Вот зачем эти влоги? Не, ну ладно, что-то полезное, целеустремленное. Например, я могу вам сказать, just do it. То есть, just... если вы хотите на телевидении, пожалуйста, ну... сыграйте что-нибудь, придите, и вот, пожалуйста, вам будет. Вот вам мотивация. $1000? Нет, мне кажется... Через камеру? Это, короче, Black Magic и очень дорогая это камера, как которая... трусики Кельвин Кляйн, которые будет снимать в цифровом формате. И вам вот нравится? Напишите ей внизу в комментарии, что вам нравится. Ставьте лайк. Я решила людям показать, как это в локальных телекомпаниях обстоят дела. Да, ты сняла камеры какие-то? Ну, конечно. Там есть Black Magic, Сонька, которая не снимает HD. Но такая большая, что я бы ее вряд ли подняла бы даже. Такие штучки настраивают. Ой. Там будет, наверное, 4-минутный сюжет. Не снимай меня. Олег, вот так. Не снимай меня. Олег, красиво. Какие тут растяжки. В аппаратную. Нам разрешили ходить специально для вас. Здравствуйте. Вот так происходит телевидение. Ну это я уже первый год. Смотри, там какой-то пацан сидит. Это фиаско, братан. Это то, что уже показывают по телевизору. А, вот, вот, Иванович.
А мы врезаемся, вот когда прямо в эфир, мы врезаемся отсюда. А, сразу. Вот там режиссер сидит. Ассистент режиссера. Режиссер сидит. Смотрит. Я режиссер. Прямая. Это ты сегодня прямая. Только смотри, там фотоаппарат не уронит. А я отсюда не свалюсь? Нет, не свалишься. Открывай дверь и выходи там на балкон. Класс! Видали? Вот это зум! Чё там? Лёжа! Чё там, интересно? Запусти звук! Студии звука нет! Как же Кирюша будет без звука? Что ж, на этом пора заканчивать. Прямо сейчас в нашей студии готовится музыкальный номер от талантливого витебского музыканта, которого знают именно все городские меломаны, уже Кирилл Пыльченко. Мы с вами прощаемся, увидимся на том же самом месте, в то же самое время. До завтра, пока!
съем не закончили.